хули вы мне не сказали? Я понял. Прикол. Папа, целка начнёт. Не лагает. Сука, блядь, кофе отошел налить, уже люди едите, блядь, пиздец. Бля, я раздеваюсь и ложусь на диван. Войт снимает видео. О, я буду. Камера направлена на экран с игрой. Я, кажется, кого-то заинтересовал впервые в своей жизни. О, я, блядь, так это Сашка, блядь, тут как бы, ну, тут все понятно. Какой Сашка, блядь? Сашка белый, нахуй. Ты Сашка, блядь, дурачок. Ты Сашка, блядь, понял? Что за хуйня, где воронки, нахуй? Давайте, блядь, Ро, нахуй. Воронок нет, нихуя. Заново, нахуй. Так а что вы решили, воронкофарм это будет у нас вообще как-то? Или буду, как вчера у меня будет? Ну вообще, по идее, вчера должен быть. Но если будете приходить, то будут. Слава не... Я не знаю вообще, что вчера помешало людям зайти на РТ, убить два вот этих босса и робота. Вообще не понимаю, нахуй. Я видел, там одна фраза была написана. Ну если меня вы воронкофарм, то я офф. Ну сегодня да, суббота, мне... вон какой наплыв людей. Мне вчера свет только, блядь, в без 10-12 включили, нахуй, так что нормально все. О, лучше, блядь, не включали. Да, уважаемые, меня слышно? К сожалению. Уважаемые. К сожалению, спасибо. Предлагаю, короче, без Войда воронка фарм устроить, поделим пополам. Войда? Мне не нужно. Войда. Моблок покидает гильдию. Да, исключен из гильдии, блядь. Да хули, это же вам плюс будет. Идолы себе сделали. Ну да, и то и там, по сути, это воронки точно в гильдии, ну, так же нужны, как и игрокам, они же для игроков. Ну нет, я, блядь, их себе заберу, нахуй. Так просто, я буду продавать их, нахуй, как мразь. Так я ж про это и говорю, правильно. Типа, могли бы сами собраться, на самом деле, и пофармить, типа. Жрите рыбу, блядь. Не, ну если время есть, нахуй, я хуй знаю, делайте хоть стелс, хоть хуел. Хоть пугов, хоть пугов, блядь, набирай, и по этой поворонке нарыло фармим, и все, и разошлись. Воронки бичам Серегу Войду, все, как говорится. Ты ебал, нахуй, столько времени тратить, я бы никогда такого не делал. Это да. Слава. Че, блядь? Не кикай меня с Герой сегодня, пожалуйста, дай проходку получить. Кидай лучше ГП, но не кикай. Ты кто? Я Гамазек. А, ладно. Это записано, а там это записано? Это... Кто там с вас в ДД спекается? Это спросил твой ник. Люда спекается. А ник-то какой, блядь? А, ну ник такой же. Хульдрин, ты в ДД будешь? Только через ЗЗ. Он побить вроде хотел. Урарник хорош. Имба вообще. Даже два раза скинул, вообще еще лучше. Фласки, ну, на робота, нахуй. Спекается. Сейчас смысла нет с фласок, нахуй. Это там на этом, на мясокомбинате кто-то прикольнулся. Как? Это если бы там Войд работал, короче. Лишь бы это прикол был. Бафните инту и 300, пожалуйста. Короче, пойду, блядь, пока выставлю на аукцион. Поставьте шкаф в самонете. Блин, вот была бы она сжатым кулаком, ей бы можно было еще применение найти. Короче, вары это самое, вы не против, да? Если я Транквили закину на ДЦшника кусок, чтобы он потом лутал. Против. Че бы они против были, ты ж хил. Он понял, нахуй. Кто там сказал против, нахуй? Я не против. Откуда голос, блядь, был? Костя. Ну, ты говорил, вроде подамажить хочешь. Я Юле говорил, это хочет, пусть пекается. А, понял. Ну как вы решили там? Че? Сумоньте. Рыба исчезла уже. Сумоньте меня. Костя, ты? Я на боссе, да. Ох. Потом он разделится, ты все равно на боссе будешь, да? Ну, я на боссе, да, Леха будет на тени. Я после Костя. Вихря на пулево. Так. Маги, дайте тогда столик хоть. Так, сейчас я поставлю. Ой. Жрите рыбу. Поехали, блядь. Ой, позвонили. Это, на броню поставьте ауру, кто-то с ретриков. Ой. Будет мазь, будет ма, надо будет на вихрь давать. Там же все-таки физру. Огненную уберите. А, мербурхаян. Огненную уберите. А чё? Паладины. Так это не звон мечей был, алло. Вообще уберите, чтобы огненной не было. Да все, уже похуй. Коня нету, нормально. Коня оставь. Ну, да. Все, закончился на дролях. Поебать. Я так же говорю наличие. Че, отопись? То, блядь, ни одного паладина, то, блядь, шесть паладинов. Отпейся полностью. Охуеть. А жопой жуй. Отпивайся, отпивайся. Тебе, может, отпить надо? Холдринг, не? Сейчас, бафаю всех же.
Дайте алкаш... прыгает, видите это? Дайте алкашную баночку, пожалуйста. Алкаш. Че, вы без фласок сюда приходите? Да, бля, я только БКшный купил, нахуй. А, ну, БКшную юзник. Какая жалость. Да не хочу, жалко, нахуй. Готов? Да. Нет. Я, да. Жалко. Че дает что-то? Заебали, блядь. Огненную никто кто-то не берет. Поняли, стоять ауру, перед боссом. Вала, ебать. Мужики, а кто? А куда вы вчера ходили? В какой рейд? Обычка сел, да. В гости. А вы на фоне? Не, на лече не смогли. XD. А ХМ когда завтра пойдет? Сегодня. Сейчас, после этого босса. По идее. Так, блядь. Ну какого хуя его пиздят? Блядь, как так еще бидона, блядь? Вроде не ДПСер. Максимально далеко стоим, рынжи сразу, блядь. Тридцатку набираем от босса. Потом, потому что вихрь будет, будет хуёво. Вот вихрь. Сокру дал. Я на пульте пока не смогу. Аккуратнее вливайтесь. Там нормально. Килимся, живем. Просто надо быстро бро набирать. Вот пиздец нахуй. Просто, блядь, тело упало. Мурлоко срез. Блядь, да как так нахуй? Чё там? Каску даю. Давайте Геро. Зоха, где ДПС? Вархиль, Войд, Бидон, Шалфир, убили демона. Да, еле справился, нахуй. А чё вы там, типа, дамаг лутаете? Вы вообще понимаете, что происходит? Ты можешь отойти от босса, блядь? Чтоб миликов сейчас не разъебалось. Да чтоб сорвали, блядь. Так а хули они не сорвут там уже никак? Там ограда хуища в два раза больше, чем у них было. Смотри, демона лучше РДД отдавать. Не, можно и этому, просто надо выходить, а то дамаг по ним идет. Я просто видел, в один момент подбирались уже, могли сорвать, подошел, начал пиздить. Сокры нет. Сейчас я дам. О, блядь. Если его дикон. Последний БР, так, чисто для справочки. Вы если на вихре бьете, блядь, вы хоть личные сейвы чуть прожимаете. Я босса сагрил. Ты не можешь на вихре босса сагрить. Но мне босс он чарджится в любую цель, блядь. Ну не повезло, видишь, на он агро скидывает. Рюк форс. Там по сути маф, на вихре не тогда. Я каску дал. После вихря умер. После вихря он обнуляет в ноль рекаунт и заново набирает список. Не повезло чуть-чуть. Так что, чтобы такого не было, на 3 секундах до конца вихря отбегайте от босса, чтобы он вас разъебать не успел. Демонов бейте. Рарник, Призон, Мурлок. Убили своих демонов. Мурлок. А ты можешь оставить, пожалуйста? Чисто тарелками. Он уже все, он сбросил. Что чисто тарелка? Ну ты вот сейчас стоял далеко и тарелки кидал чисто? Да. Ну, вообще заебись, вот эта игра. Ну вихрь 3 секунды, готовьтесь. Лучше отбегите нахуй сейчас. Сокру дал. Мана броню дал. Разделился. Наберите рейндж пока. Дал на пол.
Пиздец. Кринж. На войде. Почему на мне там? Ну заберите, я хуй знает, блядь. Я никак не заберу. Ладно, бабл нажал, нахуй. На грота набирай. Нем. 100%. Да ёбаный в рот, блядь. А почему нам нечего забрать-то, блядь? Не знаю. Дайте сальвы по мне быстрее. Да, все. Хуйня какая-то, блядь. Тупой босс. Ражник умер. Давно уж. Ражник на вихре. На предыдущем. На вихре я умер. Хилы, вы вообще не лутайте вот эту вертушку, блять. Пасифею захилите. Сейчас еще вихрь скоро будет. У него я уже все круто. Да. Ой, это смех. Орлан. А почему ты, Костя, говорил, что от огня не надо? Ауру ставьте. Сейчас увидим. Берса 15 секунд. А, он на берсу хочет отдать себя. Захиливайте, захиливайте, не стойте. Опа, паладинского так на нет нихуя. Впервые такое. Че, мы в целка идем? Воин зарез друид. Робот, блять. Кто сказал впервые такое? Паладинских вообще мало падает, ты че? Да. Так, где там? Ну, я думаю, транквили лучше. Так, этот самый, вары, че, ДЦшник ап, сделаем, нахуй, очередь поставим. Все равно там очередь еще. А давай, давай. Нихуя себе! Я глобус заберуш. 300 просто, ну. 300, блядь. Скажу, когда будет понижать плечи, я понимаю. Ты лагаешь. Кибер. Так, получается, кто там первый? Хазочный визибл пропустить. Кукмастер, да? Кринж. Сейчас идем на робота. А потом целка. Типа, я хз, ДКшникам нет смысла сейчас Т5 брать. Типа, блин. Я бы взял танк и сделал. Тапки если надо никому кому-то? Сапоги не нужны, я возьму. На робота, да, короче? Да, на робота. Все. Я, правда, уже ДПшнулся. Ну все, тогда нахуй. А че, в бухту можно? А, вот, хулидринку. Я хулидринку их отдал, если что у него. Пошли угу. В этого, как он называется, блядь. Пустоверьте, пустоты туда. Ебать, а тапочки-то на Катрисе, ебать. Слушай, ну, а мы разве... А разве мы не целка идем? Мы идем робота киляем, потом идем целка. Доброе утро. Робот капачка есть. Ладно. А по себе такие тапки не надо? Да, это кожа. Спроси. Че, сейчас дадим замене ЕП. Кольчужные нужны. Да потом после робота, давай. А, там, ну, у кого проход. А у них проходка есть у замены, блядь. Там ультрадру только есть. Не люблю, что ты есть. Ну, давай, патинах. Вроде ж просто говорили, что типа после этого босса, типа, идем с карты. Оказывается, еще и робот. Еще робот, блядь, что? Да. Потом целка начнем. Сейчас еще пиздеть будешь за ханочку, понял? Да, не, как-то... Ну не сейчас, а чисто на боссе. Так, а что мы убили два босса, да? Да. Ебать. Не понял, нахуй. Жалкие 100 ЕП. Да, это жалко. За 100 ЕП это очень грустно. Так, не люблю, что ты тут, да? А Мэтфокс еще не было, да? А за ГМХМ сколько? ЕП? 300? Да. Три босса 300. Ладно. И косарь за вклад. Ну, блядь, хули, я не виноват, что... Вклад, сколько там людей скидывает? Сейчас посчитаю.
Сколько ЕП заплатили? Спекнешься пока. Ну это вот... Это вот скинули уже у них на счету, там по 2000, ну, продался 130 тысяч на счету. Раз, два, три, а хотя спекайся, робот один хер, Тань. 9, 10, 11, 17, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ну, считай, 20 человек, если скидываются, это что получается? 40 тысяч всего, это же хуйня совсем. Одна это одна воронка в неделю. Транквилла, заебал, блядь. Это, сейчас я на друида зайду. Нахуя? Танчить. Сиди, блядь, уже напали, блядь. Слушай, два пала и ДК пойдем. Я у тебя, кстати, неделю назад вот спрашивал, а что там глисты-то стрельнуть можно или нет в итоге? Это кто? Какой глисты, нахуй? Это Вика, блядь, сифилитичка. Сейчас посмотрим. Вот, блядь, на эти, на манускрипты не хватает, он глистый, блядь. Так глисты лежат же, или их продали? Что ты говоришь, мне хилить, да? Ну, хиль. Так, кто у нас там, блядь? Тебя разберемся. Я понял, нахуй, вот так вот, блядь. Да как чё, мало ли ты там выйдешь, замолчишь. Понятно, нахуй. Это было жестко. Понятно, ебать. Зато правда. Ой, бля. Чё, похилишь? Да не нахуй, ты чё, бля, удалю перса сейчас нахуй. Смотри, обиделся. Или ты на друида хочешь токен. Хотя... Да как я токен заберу там, селфир, блядь, на токен? Ну да, в принципе. Ну как, просто не отдать ему и всё? Нихуя себе. Пока он через плечо, да? Реально... Так, за пределы, зона 52. Слышь, вот это микро вклад на этой неделе, да? Не знаю. Да. 8-го, да, числа это? Да. 2000 колды же, да? Да. Или можно уже 500 голды скидывать нормально? О, у меня преура был 90. Наебаешь. А чё не сказал, да? Там почта. У меня приор на 1% уменьшился. Почему? Бля, заренебили бы гильдию, сделали бы слезы Войда, блин. Было бы вообще охуенно. Причем тут уголовно. Мои слезы вообще? Слезы бичей. Кайфово бы звучало. Надо, чтобы у всех это достижение было еще. Че, лог там у вас? Да, самоним. У нас вообще-то каждый четверг это достижение. Я понял, блядь, я поэтому лечу, да, блядь, пиздец. С пустоты, блядь. Сумонят они. Ладно, там, ладно. Ну, получается так. О, вот это я понимаю, сумон нормально. На 2 метра тупо Войда притянули. Не 2, там метров 100 еще лететь надо было. О, блядь, похуй не было. Это когда тебя ты пробегаешь вперед, а тебя еще назад. Да, нет, не уступишь, ты, блядь, сальвы даешь. Пригодится, блядь. Ну, ты куда прилетел? Почти подошел к дракону, думал, там сумонят. Меня сумонили обратно к камню. У меня у одного сиджи лагает. Нет. Да. Нет. Лагает. Так, сейчас. Тик-тик-тик-тик, чё я? Чё-то я хотел оставить. Где ты, блядь? Где ты там лазишь? Ну чильте, чильте, это самое. Ну, кому там, блядь? Людринку частицу даю, короче, пошли так трэш. Лучше. Где? Пошли трэш хуярить. Ну и Юля... Юля спекнул, смотри, идите. Ебать, хукмастер с ZPGP нахуй исчез после того, что ты пятые перчатки забрал. Да, это потому что сейчас срезали ЕП. Все, пока, блядь. Там пиздец, что ты залутаешь и в помойку. Там пару когда назад кусок 1000 ГП стоил, держу в курсе. Ну не пару нахуй, так-то месяца два назад только. Так-то уже давно, Седж. Сколько? Ты еще молодой был тогда.
Месяца, говорит, два. Месяца два назад не приходили на робота. Мы же робота полгода убиваем. Ты чё сидишь? Робот. Нет, я вообще на времени. Вообще-то, блядь, до робота еще слепцов убили штук 5, нахуй. Ты слепец — это кринж. Ну да, кринж. Ну не убивай, хули. Вот ринки так и не упали. Да я имею в виду, это легко. А робот типа сложный, ты хочешь сказать? Ну типа там надо стейвы озвучить правильно. Это тебе не, ну, не просто резидент слепый босс. Ой, скорее бы, а пока... Надо как бы смотреть немножечко на экранчик. А чё за хуйня, чё за бой? А, вот всё. Я напрягаюсь на роботе. Я обрыгаюсь на роботе. Замётано. Или я не разобрулю. Ну, ебашим. Вихрь, вихрь, ну, сука. Что, блядь? Зачем вы своих убиваете? Вообще неправильно. Правильно. Бей своих, чтоб чужие боялись. Ты там вообще замена, блин. Отыгрался вот на щелихе. Замена, завалить ебало. Вот так просто вот. Блядь. Помойку. Я там с задних рядов потише. Задние парты, нахуй. Выкрикиваешь. Я промолчу лучше, что на задних партах происходит. Ты из задней парты вещаешь или чё? Тут вообще трэш полный. Он на задних партах. Трэш хуже, чем в этом, Вока. Кто на парте, кто под партой, да? Что там, блядь, где воронки, нахуй, чё за хуйня? Кто головой под партой? Да кто-то просто в сумку себе их складывает. Что ты сказал, Вилан? Если бы уже было два манускрипта. Ладно, не повторяй. Я понял. Не буду. А так, хоть бы, сука, одна выпала. Просто, я не знаю, вообще ноль приличия. Ну хоть ждите, пока как ротом наберу, сказал. Блядь. Мам. Я не услышал. Я себе, блядь. Что это было, блядь? А почему вы все агрите? Вы же знаете, что пиздочеты там, блядь, стреляют. Не знаю. Пиздочеты, блядь. Ты горжеско оскорбил трэш. О, пиздочеты. Чё, понятно, да. Сериал такой, по-моему, был, блядь, в 2000-х. Да, кто снимался в Войт. О, Вадикон, ебать. Так. Чем, кик. Оп. Отравил. Куда на пол-то давать, я не понимаю. Да никуда уже, нахуй. Хуярьте он легионера, блядь, к той хуйне не подходите, блядь. Ой, бля. Я понял. Чем весело. Проводим время. Не подходите, эта хуйня подходит к тебе. Меня, говорит, типа много, блядь. Некуда спешить. Аккуратненько надо. Помогите. На нахуй. Ну, за Ханычем обрыгался. Только кастовал у него. Все, блядь. Изи был тоже. А чё, танков нет еще, я не могу понять, блядь. Да, блядь, они агро рвут. Воя, чё, предиктом, что ли, не хилишь? Пиздец. Предиктом, блядь. Я тут хуйдиктом хилю, блядь. Вот, блядь, вот тебе предикт, на, нахуй. Нормальный предикт, блядь. Ебать, я уебал. Как тебе такая реформа, блядь? Пиздец. Кринч. Предиктом похилил, называется, нахуй. Вот я получил полбу. Вику порвало. Мертвый ДД не дамажит. Ну а хилы предиктом не хилят. Сука. Ты же знаешь, что по рейду урон зайдет. Ну хил рейд, блять. Да, да, вот только вот когда меня убило, бля, я уже не хилю предиктом, бля, понимаешь, бля. Че, не запредиктил, что тебя въебет? Ну пиздец. Вагон. Полтинник бы отдал, ну. Бал по мне, блядь. Это приказ? Это констатация факта, да. Я думал, ты типа прям хочешь. Въебал по мне быстро, блядь. 5 секунд я даю. 5 секунд? Я понял, нахуй. Хватит. Так что, может, Лара сразу, блядь, по пути уебем, а? А как чисто зацепим? Да, по пути, блядь. С собой грипнем его на робота. Блядь. Тури, зальем под ногами, нахуй, там. Ёбаный, вихрь, нахуй, отходим, нахуй, а, блядь, бомжи, предиктом, блядь, не отпрыгивайте, нахуй.
Сука. Я еще подбежал, такой поеблу получил. Ну, предугадать, типа. Ну, почти как предатор. А, предатор? Предсказать, его. Будущее, знаешь, Морфеус предсказывал. Пифия, пифия в матрице. Да пифия это наёбка, блядь. Да, в натуре реально, это программа. Пифия это просто бренд Мауэр. Пифия это программа, блядь. Ты нихуя не понял, воин. Чё ты понял, блядь? Ты нихуя не понял, воин, блядь! Блядь, тебя мутану сейчас нахуй. Ты бесишь нахуй. Да ладно, расслабься. Очень интересно, как такие люди лечат других людей. Чего, блядь? А, это ты у нас, блядь. Сытый, санитар. Хирург. Санитар, реально. Санитар леса. Чисто. Ну как леса? Волк, блядь, а ух. Ну как? Ты же уважаешь свою профессию, да? Увлажняю, увлажняю. Я понял, блядь. Фрик нахуй. Как таких фриков набирают там, блядь? Вообще пиздец, не говори. Тогда на работу принимают, не спрашивают. Набирают, как конфеты на развеску. Каким ты спеком просто, вы играете просто, в World of Warcraft? Просто еще не знаешь, блядь, какие там фрики есть. Просто расслабься, нахуй. Он еще нормальный. Ну, я Доктор Хауса посмотрел, уже все знаю, нахуй. Хотя реально, скажи, я интернов видел, блядь, я уже, нахуй, медицину Балабана. Не знаю. Балабанов. Есть ощущение, что будет Быков? Ой, да какой Быков, нахуй? Это этот, блядь, Купитман. Вот, да-да-да, кстати. Не знаю, о чем вы, нахуй. Купитмен. Хуй пойми, блядь. Про чё это? Давай, ты не шаришь? Нет. Давай, да, ты антенне подключил. Универ ты не смотрел, да? Не, не смотрел. Ой, блядь, какой, блядь, универ? Блядь, интернет, блядь. Универ. Я, блядь, Форсаж только смотрел, блядь. Так, как вы думаете? Нахуй. У него только дискография с фильмами Дизель и Стэтхэм. Второй заход. Дизель, Стэтхэм, вся хуйня. Ну, самый лучший актер в мире. Так, да. Ребята, давайте сразу ищем сайты, блядь, кто ты из универа, блядь, там вот такой психологический тест, блядь. Я Таня. У меня есть фотка детская, ты где, Таня? Короче, нас фоткали, да. Якобы, ну, блин, на зеленке с универом. Такой кринж. Именно я как увидел, охуел. Кошмар. Это кошмар. Жаль тебя. Мы за это еще платили. Нет, так это, блядь, у всех такое было, я думаю, в школах. У меня есть фотка. Какую-то хуйню предлагали. У меня есть фотка, где на зелёнке сфоткали, короче, с... Типа, знаешь, как будто на фоне Матрицы, понял? Там Нео, Морфеус, короче. Я сейчас найду, скину, тебе понравится. Бля, это такой кайф. И мастер Каша такой стоит. Так я тебе говорю, мне там лет 6, наверное. Ну вот у меня тоже, да, есть, типа, фотки конченые. Просто кринж. У меня нет. Дайте что ли гиру на этого дракона. Он откатится. И на всех фотках размазанный получается. Во, лови, блядь. Я ее на телефон сфоткал, блядь, специально. Нифига там, звонок другу. А что это за человеческие руки? Ёбаный рот. Пиздец, да? Бля. Вот это жестко. Просто типа головое общение. Умом, блядь. Это мой обед. Тронулся умом-то. В этом и раз.